Мозгу нужно одновременно решать много задач, начиная с того, чтобы рисовать все, что вы видите, слышите, воспринимаете, заканчивая тем, что вы думаете, чувствуете, переживаете. В общем, работы у нашего мозга много и разной. Да и внешних раздражителей тоже вагон и маленькая тележка. А действовать мы должны внутренне согласованно. Плюс мы не можем делать несколько дел сразу, хотя и желаний у нас, и внешних влияний на нас может быть множество. То есть наш мозг учитывает большую совокупность факторов, создает по ним своего рода результирующий вектор. Вот простой пример. Допустим, у вас тревожное расстройство, которое не позволяет вам покинуть дом. Вы боитесь, что с вами что-то случится, если вы окажетесь на улице. Но если у вас на руках ребенок, которому вдруг стало плохо, вы выбежите на эту улицу пулей, и даже мысли у вас не возникнет, что там у вас что-то угрожает и что-то может с вами случиться.